утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш. Даже христиан с большим опытом нередко осаждают самые ужасные сомнения и неуверенность. Слава Богу, дорогие мои братья и возлюбленные сестры во Христе, что мы снова с вами имеем возможность услышать Слово Божье, услышать те опыты, которые Господь дарил нам на протяжении этой недели. И все это Господь делает для того, чтобы мы увидели Его славу и прославили Его. Совсем недавно Бог подарил мне возможность говорить с несколькими матерями, являющимися нашими сестрами. У многих из них оказалась одна и та же проблема – сыновья. Неверующие и отступившие от Господа сыновья. Сыновья, которые под каждодневным и пристальным прицелом сатаны и его войска. Хотя эти сестры и являются активными христианками, служащие своими дарами во славу Господу, их вера сегодня проходит также испытание. Почему же? При нашем верном отношении с Богом наши сыновья постоянно атакованы сатаной, да так, что почти не видно передышки и изменений в их духовном состоянии. Первое, что хотелось бы заметить по воле Божией, так это то, что некоторые из них в свое время были активными членами церкви среди молодежи. Они всем сердцем тянулись к познанию Христа и Его воли. Но столкнувшись с фарисейством, лицемерием и холодным формализмом от некоторых членов церкви, они разочаровались в Боге. И их вера начала угасать, несмотря на то, что их матери были постоянно в молитвенном состоянии. И до сих пор они остались посвященными Богу. Почему же так происходит? Неужели Господь игнорирует материнские слезы и горячие молитвы верных своих дочерей? Нет, Бог не игнорирует ни молитвы, ни слезы. Он слышит. Но почему же тогда не отвечает на многие просьбы матерей? Думаю, знакомые вам ситуации и вопросы. Но я задам вопрос вам, как и себе, однажды. Всегда ли мы уверены, братья, в том, что Господь не отвечает на горячие молитвы посвященных Ему родителей? Бог всегда отвечает на подобные молитвы. Ибо Он не может по-другому. Он не может отречься от Себя. Потому что Он есть любовь и безусловная. Он лучший друг и милосердный Творец. Но если так, все это, то почему же мы часто не видим ответы на наши вопросы и молитвы? Ответ, как ни странно, прост. И мы его знаем, но часто забываем во время ошеломляющей вести или грозного испытания. А ответ таков. Бог всегда отвечает. Но не всегда так, как мы себе часто представляем или планируем. В разговоре с этими сестрами Господь учил и меня. Он давал нам простые советы, через которые излил на нас великие благословения в понятии Его святой и неизменной воли, которые меня удивили своей простотой и запахом на надежду. Ибо и с моими сыновьями не все так, как хотел бы я, когда я анализирую ситуацию своим ограниченным суждением. Первое, на что указал нам Господь, так это то, что Дух Святой всегда и при любых обстоятельствах Он ходатайствует о нас и наших детях по воле Божьей. Второе, на что указал Господь, так это то, что все то, что Бог допускает в нашей жизни, это все содействует нашему благу,
Так написано в послании к римлянам, 8 глава. Что является этим всем, что содействует к нашему благу? Буквально все. Все то, что происходит в нашей жизни. И радость, и беда, и горе, и даже смерть близких. Это все самое лучшее, что могло бы произойти с нами в данное время, именно сейчас. И никак по-другому. Никак, ни йоты по-другому. Только так и не иначе. Потому что если бы хоть немного иначе, то результат мог бы быть катастрофическим. Понимаем ли мы, дорогие, и отдаем ли себе отчет, что исцеление, а иногда и спасение наших детей много в чем зависит от нашей веры? А вера зависит от правильного понимания Слова Божьего. Библия говорит, что Иисус однажды ответил немощному в вере отцу, приведшему к нему своего больного сына за исцелением. «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И Вестница Господня говорит, что у Христа не было недостатка в силе, но исцеление сына зависит от веры отца. И заплакал, осознав собственную слабость, отец вверяет себя милости Христовой с криком: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Когда отец понял, что жизнь и здоровье его любимого сына зависит от его веры, то он с криком произнес: «Верую, Господи, помоги же моему неверию». Как думаете, знает ли это сатана? Понимает ли он то, что здоровье и жизнь наших детей во многом зависит от силы нашей веры? Конечно же, знает. И посему он и бьет по вере родителей. И если он достигнет здесь успеха, то дети наши могут быть обречены не только на продолжение болезни или тех дел, которые они творят, но и могут погибнуть и для вечности. Посему, когда вы начинаете роптать и жаловаться на вашу проблему или искушение, и рыдать по ночам, не высыпаясь, разрушая этим свое драгоценное здоровье и веру, то всем этим вы прославляете сатану, а Бога и его силу унижаете. Кто-то сказал: «Если у вас большие проблемы, то это значит лишь одно, что ваш Бог маленький». Братья и сестры, маленький ли ваш Бог? Иногда, судя по вашим многочисленным жалобам и слезным рекам, он все-таки маленький. Дух пророчества говорит, что нам не стоит впадать в уныние, давать волю сомнениям и думать, что наши молитвы остаются незамеченными. Мы должны еще более положиться на Христа и оставить наше дело на Божье усмотрение, чтобы Он ответил на наши молитвы так, как Он посчитает нужным. Бог вовсе не обещал изливать свои благословения по тем каналам, которые мы для Него наметили. Планы Божьи всегда наилучшие, даже если мы не всегда можем понять их. Бог нередко отвечает на наши молитвы так, как мы меньше всего ожидаем. Он ставит нас в такое положение, где мы подвергаемся самым сильным испытаниям. Зачем? Дабы обнаружилось, что у нас на сердце. Чтобы способствовать развитию христианских добродетелей, Он поместит нас в такие обстоятельства, которые потребуют от нас постоянно упражнять свою веру. Одна из наших дорогих сестер в молодости получила от врачей сильный удар по ее ребенку, сделавший его инвалидом. Удар нанесен сатаной через дозу смертельной жижи, которую сегодня вливают также и младенцам, и взрослым по указанию сверху.
Эта сестра многие годы боролась за здоровье и жизнь своей маленькой, но повзрослевшей впоследствии дочери, при этом усердно изучая материалы по излечению, касающиеся этого диагноза. И благодаря этому кропотливому труду и провидению Божьему, конечно, крупицу за крупицей она приобрела необычайные и исключительные знания о том, как бороться с этой и похожими к ней болезнями. Дочь ее сегодня практически здорова, чего медицина и не ожидала. Потому что, по ее мнению, мнению медицины, так не бывает. Но Бог, используя любовь матери к ребенку, исцелил девочку. И теперь и мать, и ее дочь, тот же самый Бог, использует уже и их драгоценный опыт для помощи другим. У меня вопрос. А если бы Бог не допустил этой беды в этой семье, то что бы тогда? Дочь была бы здоровой и, возможно, через свое здоровье ушла бы от Господа и погибла бы навеки, как многие сегодня красивые, умные и здоровые, используя все эти дары, уходят от Господа навечно. А что же было бы с матерью? Возможно, и эта участь ожидала бы и ее. А люди, которым Бог уже помог и продолжает помогать, используя их драгоценный опыт, что было бы с ними? Они также не смогли бы получить помощи от Господа. Посему Бог одной, казалось бы, проблемой решает множество задач. А разве у вашей жизни Бог не поступает так же? Разве Он лицемер? К одним хорошо, а к другим по обстоятельствам? Нет. Сколько таких историй мы с вами можем вспомнить и рассказать, если правильно проанализировать их во свете Слова Божьего? Но, к сожалению, многих Божьих чудес мы в нашей жизни так и не увидели. Чудес, которые открывают прямое Божье провидение в нашей жизни и в жизни наших близких. Почему же мы этого часто не замечаем? Через узость своего плотского, себелюбивого мышления. Еще одну историю расскажу, которая меня также потрясла, но я ее расскажу от первого лица, об одном отце, который рассказал о своем сыне. И я знаю, что этот опыт Господь допустил для того, чтобы и вы услышали его. Итак, история верующего отца. По своей милости Господь допустил то, что сегодня мой младший оказался на самой передовой линии военного противостояния. Сегодняшняя война – это не та отечественная война, где мы привыкли, что пушки, самолеты, танки, где также очень страшно. Но сегодняшняя война – это когда ты нигде не можешь спрятаться. Ни в окопе, ни за стенкой, ни под танком. Потому что всюду дроны с бомбами, кассетные ракеты, осколочные мины. Идет точечное уничтожение солдат противника. Идет сплошное уничтожение мужского пола как с одной, так и с другой стороны. Дьявол изобрел искусное оружие по уничтожению людей. Брат продолжил свой рассказ. Однажды кто-то на мою страничку прислал один из боев, где было противостояние между русскими и украинскими воинами. И когда я начал смотреть вот это видео, краткое видео, мое сердце сжалось, потому что я реально видел эти ужасные перестрелки. Это было видео реального и жесткого боя, снятого с дрона. Это меня очень впечатлило, и я молился о тех парнях, кто там был, рискуя своей жизнью и здоровьем. И ради чего? Ради чего гибнут наши сыновья в этом бессмысленном противостоянии, запланированном кучкой
миллиардеров. В том бою был смертельно ранен молодой и красивый и перспективный парень, как оказалось, мой земляк. И он был с подразделения моего сына, как позже я уже узнал. И еще я узнал, что мой сын был в том бою и в самом его эпицентре. У меня от этой новости сердце еще больше сжалось, и мозг перестал анализировать. И это при том, что я знаю своего Господа, я Ему полностью доверяю и доверил своих сыновей. Это при том, что я люблю Его всем своим существом. Придя в себя, я благодарил Бога, моего Спасителя, за то, что Он был там, с моим сыном, защищая не только его, но и его товарищей, и не только их. Позже я связался с сыном, и он, нехотя, рассказал о том бое. И то только поверхностно. Но сегодня он перезвонил мне и сказал, что они снова выступают на штурм. Он был взволнован, так как перед этим оттуда возвратились два отряда с большими потерями своих друзей. Как он сказал, 200-е и 300-е. Я понял, что та местность, куда их направляют, пристрелена противником, и укрыться практически нигде невозможно, потому что всюду сплошные руины. Им поставили практически невыполнимую задачу не просто выстоять там, а продвинуться вперед под плотным обстрелом вражеской артиллерии, авиации и дронов, что является верной потерей живой силы, если не уничтожением всего подразделения. Его боль и волнение начали передаваться и мне. И тут Бог предложил нам помолиться, что мы и сделали. И Господь снова начал действовать и с его, и с моими сердцами. Он напомнил нам о своей безусловной любви. Я рассказал сыну историю Иова, о том, как дьявол желает уничтожить и праведника, и его детей, и все, что он имеет. Но враг не может переступить черту, которую определил для него милостивый Бог. История Иова о том, как можно силой веры победить всякие искушения, и о том, как Бог любит нас, что благодаря Его сильной любви Он допускает только то, что нам послужит во благо, и ни к чему другому. Также я сказал, что сатана готов уже сегодня разорвать и покромсать его, ибо он мой сын, а я служу его врагу Богу. Но дьявол не может, как и тогда, так и сегодня, переступить Божью черту, точно так же, как и в истории с Иовом. Сатана готов был его убить и растерзать, уничтожая и унижая его. Но Господь обозначил пределы, через которые дьявол не мог переступить, как бы он этого ни хотел. Посему я и сказал сыну: «Сын мой, Бог, которому я неизменно служу, силен тебя защитить везде и всюду, и никакой обстрел, никакой огонь или вода, или пуля, или даже осколок не смогут перейти грань, которую Бог положил. Только ты будь честен пред Ним, общайся с Ним и расскажи Ему все твои страхи, и Он утешит». Но даже не это
самое главное в твоей жизни, сын мой. Главное то, чтобы ты примирился с Богом. Не главное выжить сегодня в этой жизни, а главное примириться с Богом. Я знаю, что страшно умереть и погибнуть в этой войне. Но еще более страшнее, когда ты умираешь без Господа. Посему, чтобы в твоей жизни не допустил наш Господь, верь, что это все к твоему благу и к моему тоже. Проси Его, сын мой, чтобы Он дал тебе веру, чтобы Он открылся тебе лично, как твой личный Спаситель. И когда это произойдет в твоей жизни, Бог тебе даст мир, и ты не будешь бояться ни этой смерти, ни смерти вечной, потому что Господь будет твоим личным Богом, потому что Господь будет твоим личным Спасителем. И слава Ему за это. На что сын ответил: «Знаю, отец, я знаю, что сейчас через тебя он и меня утешает». И после того, как он услышал историю с Иовом и наши утешительные выводы с историей этой, он еще поведал мне о том, что в том бою, который я видел в интернете, когда он лежал на земле под обстрелом, в его ногах разорвался кассетный заряд, а его даже и не зацепило. «Так не бывает», — говорит он. «Я знаю, что это Бог». Хотя друзья мои позже говорили, что это просто чудо. Но сын с уверенностью сказал им: «Нет, это Бог, потому что за нас молится команда моего отца». И также он рассказал несколько эпизодов этого же боя, где такими же чудными вмешательством жизни остальных ее товарищей были сохранены. И мы снова прославили нашего Бога, Бога славы, который есть любовь. И в конце он признался в том, что его наибольше мучило. Он сказал: «Отец, я хочу тебе сказать, что в том бою я обманул Бога. Когда я лежал там под этим обстрелом, я обещал ему, если он сохранит мою жизнь, и я останусь жив, то я покину курить. Но я не сдержал слова. И как же теперь мне быть, отец?» Это был самый больной вопрос моего сына. Я рассказал ему о Гефсимании, где Господь в борении со своей плотью трижды молил отца не посылать ему чашу голгофских испытаний. Но и трижды при этом, превозмогая свою плоть, он говорил: «Но не как я хочу, отец мой, а как ты хочешь. Пусть твоя будет воля, не моя». Дальше я сказал своему сыну: «Сынок, когда Господь умирал на кресте, взял на себя все наши грехи, как ты думаешь, там был этот твой грех обмана?» «Да, он там был. А как ты думаешь, знал ли Господь о том, что ты пообещаешь и не исполнишь?» «Знал. Но его любовь от этого не уменьшилась. Он тебя по-прежнему любит и ждет твоего обращения.
и он по-прежнему ждет твоего признания в твоей любви к нему. И он по-прежнему готов защищать и тебя, и твоих друзей. Возможно, поэтому ты там и оказался. Если бы ты не был там, кто молился бы о тех парнях, которые сейчас в этой мясорубке? Но если ты дал слово Богу, то сдержи его. Но для того, чтобы сдержать его, тебе нужна сила, которой у тебя нету. Она только у Господа, посему проси Его о ней, говори Ему: «Боже, я хочу Тебя прославить, научи меня этому и дай мне силы покинуть курить, чтобы исполнить мое обещание Тебе. Помоги мне в этом». Отец с волнением в голосе продолжил. Дальше. «Я сыну рассказал, как в молодости я сам лично много раз обманывал Господа, также обещая Ему поверить в Него и служить Ему, если Он исполнит то или другое мое желание, которое Он исполнял. И Он остался верен пред моим лицом, а я лжив пред Его лицом. И это длилось не один год, много лет, даже десятилетий. Бог много терпелив и много милостив. И однажды Он снова постучался в мое сердце, и я уже не смог Ему отказать. Наверное, потому, что уже был готов к этому предложению. Но кто меня приготовил? Только Он. И за это Ему слава. Мы еще много говорили с сыном в этот день, и он утешился и ободрился Богом. Он знает, что его Бог побуждает моих друзей молиться о нем и его друзьях. Он знает, что все, что в его жизни допущено, это все только к его благу, ибо Господь поставил черту дьявольским искушением и испытанием, которую тот не сможет перейти. Братья, а сколько таких историй мы с вами слышали, да и переживали в своей жизни? Вспомните. Надеюсь, что вспомнили. Но почему эти опыты о любви Божьей к нам мы забываем во время разрушительного влияния стрессовой ситуации, которая внезапно врывается в нашу жизнь? А потому забываем, дорогие, что в часы благоденствия успокаиваемся и не размышляем уже о благости Божьей к нам, увлекшись суетою. Согласитесь, ведь так? Дух пророчества говорит, что будем же помнить, насколько драгоценны Божьи дары добродетели Его Духа. И тогда мы не станем уклоняться от испытаний, какими бы болезненными и унизительными для нас они ни были. Будем, братья, помнить. И еще Дух Пророчества говорит, что наш Небесный Отец, перед тем, как послать нам какое-то испытание, Он тщательно измеряет и взвешивает каждое испытание, перед тем, как позволяет Ему обрушиться на верующего. Он рассматривает обстоятельства и учитывает силу человека, который подвергается испытанию Божьему, и никогда не допускает искушения, превосходящего способность человека сопротивляться. А если человек падает, это никогда не происходит по вине Бога, якобы не давшего достаточно силы и благодати. Значит, искушаемый не бодрствовал в молитве и не оценил верою средства борьбы, которые Бог приготовил для него в избытке. Христос никогда не оставляет верующего в час борьбы. Человек должен призвать обетование и встретить врага во имя Господа. В этом случае он никогда не потерпит поражения. Вот такой наш Бог.
Вот такой наш Бог, братья. И еще несколько вопросов. Понимая все это, зачем же Господь в нашей жизни часто допускает суровые испытания? Неужели Он не может как-то по-другому к нам относиться, какие-то другие испытания нам посылать? Ведь если я соблюдаю заповеди Его и живу Его Словом, то зачем в моей жизни испытания возрастают и в тяжести, и в численности? Знаю, что и вы задавали подобные вопросы. А если не задавали, то вы обязательно к этому придете. Так вот, давайте запомним и запишем ответ. На это есть как минимум две причины. Первая. Мы часто говорим о своих сомнениях и испытаниях другим, рассказывая другим о наших переживаниях и вдаваясь в подробности, чтобы вызвать сочувствие, которого мы жаждем. И этим мы усугубляем свою жизнь. Дух пророчества говорит, что своими разговорами о сомнениях и испытаниях мы только усугубляем их. Всякий раз, когда мы упоминаем о них, сатана празднует победу. Разговор о сомнениях увеличивает сомнения. Чем больше вы будете сосредотачивать свое внимание на разочаровании, рассказывая другим о ваших переживаниях и вдаваясь в подробности, чтобы вызвать сочувствие, которого вы жаждете, тем больше затруднений и испытаний вы будете иметь. Вот так. Но как же приобрести этот опыт? Как же нам побороть этот порок, навязанный нам дьяволом и его приспешниками? Очень просто. Ответ очень простой. Разговор о вере умножает веру. Чем больше вы будете говорить о вере, тем больше веры будете иметь. Очень простое правило. И очень простой совет от Бога. Говорите же о вере. Живите верой, дышите верой, мыслите верой, действуйте верой, братья. Вы так глубоко погрязли в сомнениях и вопросах, что вам просто необходимо научиться верить. Вы должны говорить о вере, жить верой, вы должны действовать по вере, чтобы возрастать в ней. Проявляя такую живую веру, вы будете возрастать и станете сильными во Христе Иисусе. Очень часто, когда мне кто-то пишет с моих братьев и сестер, или звонят, и когда рассказывают о своих серьезных неприятностях или проблемах, Бог почти всегда побуждает меня сказать следующее. Дорогой брат или дорогая сестра, я очень благодарен Богу за то, что у тебя сейчас такие проблемы. Ибо через эти проблемы Господь хочет показать тебе, что Он большой Бог. А если Он большой Бог, значит у тебя маленькие проблемы. Не сосредотачивай свое внимание на этих проблемах, сосредоточь свое внимание на том, что хочет Господь тебя научить в них. Ведь мы же стоим у дверях малой скорби. И Господь готовит сегодня нас, чтобы мы жили верой, мыслили верой, дышали верой и двигались только верой. Посему благодарность Богу за твои испытания. Если они трудные, значит, ты сможешь их выстоять. За тучами не видно солнца, но оно там есть. И Господь желает, чтобы мы находили в этих трудностях радости и видели Его руку, как любящего Отца. Мои друзья это знают. Они к этому уже привыкли, и посему, возможно, посему они и звонят еще ко мне, ища утешение от Бога. Но я часто советую также, чтобы они искали утешение не в человеке и не у человека, а искали утешение у самого Бога. Потому что грядет время, когда мы не сможем утешиться у друзей, а будем искать утешение только у Бога. И именно сейчас время учиться этому. Жить верой, дышать верой, мыслить верой и действовать только верой. Именно сегодня. Потому что когда начнется малая скорбь, которая не за горами,
она начнется с выхода воскресного закона. Тогда у нас такой возможности учиться уже не будет. Там уже будет практика. И еще вторая причина усложнений испытаний. Это то, что нам необходим жизненный опыт для того, чтобы пройти вот эту малую, а потом и великую скорби и выйти из этого горнила победителями, при этом прославив нашего Господа. Нам необходимо обладать таким жизненным опытом, чтобы когда нас постигают бедствия, мы не отошли от веры. Еще одна последняя цитата, которая очень объемная по своему содержанию. Ее также запишите для себя, а лучше в память, поняв принцип действия Бога. Господь желает, чтобы мы ясно понимали великий план искупления, вполне осознавали наше высокое преимущество быть детьми Божьими и ходить пред Ним в послушании с благодарением. Он также желает, чтобы мы служили Ему в обновленной жизни, ежедневно пребывая в радости. Он желает видеть благодарность, изливающуюся из наших сердец. Эта радость должна посещать наше сердце, потому что имена наши записаны в книге жизни у Агнца. Он желает, чтобы мы возложили все наши заботы на Него, на того, кто печется о нас. Он призывает нас возрадоваться потому, что мы являемся сонаследниками Господа, потому что мы пред Ним святые и облачены в одежды Христовой праведности. Он также призывает нас возрадоваться потому, что мы имеем блаженное упование на скорое пришествие нашего Господа и Спасителя. И нам следует гораздо чаще, чем мы это делаем, рассказывать о том, что Бог совершил в нашей жизни. И если мы будем постоянно помнить и рассказывать о Божьей доброте, о Его чудесных делах на благо своего народа, то после особого излития Святого Духа наша радость в Господе еще более возрастет, и наше служение Ему станет еще более эффективным. Такое свидетельство о Боге будет влиять на других, и нет более действенного способа привлечения душ ко Христу, чем такое свидетельство. Братья дорогие, изучите это свидетельство, изучите эти желания Божьи. Он желает, чтобы все это проявлялось в вашей жизни. И давайте не забудем, что Бог наш не спит. Он бодрствует над нами, чтобы помочь всем нам одновременно. Посему, если беда неожиданно нагрянула в ваш дом, то вспомните о том, что независимо от сложности ситуации и независимо от ее прогнозируемого вами исхода, Отец Небесный знает все это, потому что по Его воле это было допущено. Хотя у Него, возможно, был и другой план на вас и вашу семью, но через вашу неосторожность вы сами попали в эту сложную ситуацию. Но даже несмотря на эти обстоятельства, Бог Небесный все взвесил, допуская вам сегодняшние испытания. И более того, Он даже с вашими ошибочными корректировками все равно решает не только задачу, возникшую пред вами, как матерью или отцом, но и задачу с вашим сыном, задачу с вашей дочерью, задачу с их друзьями, с их коллегами и многим всему подобным. И если вы, как верующий родитель, останетесь верны Богу и Его заповедям, то обязательно придет время, когда вы скажете Богу: «Я очень благодарен Тебе, мой Бог, за те все испытания, которые Ты допустил в моей жизни, где я, не видя исхода, терял веру. И слава Тебе за то, что Ты, оставаясь верен своему слову и своим принципам, часто, очень часто не отвечал на мои молитвы так, как я того желал. Ибо если бы Ты ответил тем способом и в то время, которым я желал, то, сын мой,
мог бы погибнуть для вечности из-за моей духовной слепоты. Я был слеп, а теперь я вижу и благодарю тебя, мой Создатель, за твою неследимую и бескомпромиссную мудрость. Да будет мне по слову твоему, дорогой мой Господь, во имя Иисуса благодарю тебя за все, что ты сделал, делаешь и запланировал сделать в моей жизни. Аминь. Я пилигрим, я странник на земле. Не здесь мой дом, не здесь моя отчизна. Но этот путь, что Бог доверил мне, пройти я должен от начала до конца. Иду домой в тот город в неземной стране. Я знаю, он уже не вдалеке. Хоть труден путь и беды угрожают мне, но держишь ты меня в своей руке. В своем пути я часто уставал, теряя веру, спотыкаясь, падал. Но ты меня, Спаситель, поднимал, и силы к Родине стремиться вновь давал. Иду домой в тот город в неземной. Пускай порой взор застилает мгла, и я иду долиной смертных теней, но где б дорога жизни не прошла, ты веру укрепляешь средь сомнений. Иду час, когда его узрю, тот вечный город.